Значит, не готовы? Не уверен. Не уверен. А некоторые готовы, те, походу, точно готовы. Хорошо, я расскажу. В инструктажной комнате собран весь кадровый состав. Министерство надзора за соблюдением прав. Служащих из круглых оправ, буровит холодный взор. Чьи угрюмый обладатель, генерал-майор. Довожу до вас содержание, прожившего на не приказал. О мероприятиях по ликвидации рейверов, как класса. В целях наиболее организованного избавления от них. Надлежит отъезд от всем подразделения. Без выходных. Локализовать места обитания. Механизм манипулировок, принимать оправдания. Приходит на знание вас, объясняет кодекс. Выдать в качестве удостоверения временный пропуск. Поддержит изъятие и уничтожение каждый пропуск. В отношении служителей провести показательные аресты. В случае протеста применить все доступные средства. В ходе операции не позволить мне поступать без дорога. Только так мы справимся с этим социальным недугом. У вас есть право хранить молчание. Вы обязаны хранить молчание. Все, что вы можете, это хранить молчание. Хранить молчание, хранить молчание. У вас есть право хранить молчание. Вы обязаны хранить молчание. Все, что вы можете, это хранить молчание. Хранить молчание. В вагонном подвале собрались юные дарования. По части сочетания строк посредством их ритмования. И на палеве входной дверь в здание забирают. А не один паренек пристанет, пока с мобилы играет бит. Уважаемые мои бразерс и систерс, когда русский хип-хоп внезапно превратился в сверхбизнес, государство не смогло выступить роли монополиста. И же вот он был запретить нас, как коммунисты, секс-пистолс. И возможно мы единственные рэп-артисты в стране. Хип-хопа на болезнь. Как сказать один классик успелый, если у тебя рецидив, значит ты революционер. Особенно если под этот трек твоя рука стала стремиться вверх. Но тут входная дверь двигалась, связана с цвет такого прожектора. Всех оскорбляет стал. Люди в масках позабрасывали все баллонами, газовыми, через пару минут все валялись уже связанными. У вас есть право хранить молчание. Вы обязаны хранить молчание. Все, что вы можете, это хранить молчание. Хранить молчание, хранить молчание. У вас есть право хранить молчание. Вы обязаны хранить молчание. Все, что вы можете, это хранить молчание. Хранить молчание, хранить молчание.